Глава Анапы на этих выходных проверил ход строительства детского сада в Хуторе-Воскресенском. Увиденным остался недоволен. Подрядчик выбился из графика. Оправдание, что во всем виноваты дожди, Юрия Полякова не устроили. Он поручил провести претензионную работу. Варианта другого нет. Нужно или работать, зарабатывать, конечно, или не зарабатывать. Конечно, конечно. Согласен полностью. Договорились? Договорились. Прямо вот прошу под личный контакт. Хорошо. И небольшая справка. Детский сад на 140 мест возводится на средства консолидированного бюджета. Срок сдачи объекта – ноябрь этого года. Напомню, что сегодня в Анапе проводится масштабная работа по строительству социальных объектов. Это детские сады «Орленок» и «Лазурный», пристройка к садику «Звездочка» в Сукко и корпус на 400 мест к школе номер 6. На городском театре Анапы заменили буквы. Теперь они в новом дизайне и со светодиодной подсветкой. По поручению главы города в Центре развития и оказания курортных услуг разработали новый проект. Помимо названия храма Мельпомены, теперь на фасаде здания смонтированы и две маски – трагедия и комедия. Это дань Году культуры, который объявлен в России.